Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня я хочу вам рассказать о нашем функционале с детских пакетов и также приуроченную к ним акцию, которая запустилась 1 июня в честь Всемирного дня детей. Что такое детские пакеты? Детские пакеты – это возможность для вас, для инвесторов, для взрослых людей приобрести инвестиционный пакет для своих детей, сделав вклад в их будущее. Как это сделать? Заходите в раздел в личном кабинете «Инвестиции», и там можно выбрать вкладку «Детские пакеты». Это такие же пакеты, как для взрослых, но оформляя такой пакет, вы можете ввести данные своего ребенка, и тогда этот пакет будет закреплен за ним. Вы, как его родитель, как опекун, можете оплачивать этот пакет, платить за него рассрочку, и затем, когда ваш ребенок достигнет 18-летия, вы сможете передать этот актив ему, записав его на его имя, и ваш ребенок также получит акции. Мы в компании Solar Group пропагандируем финансовую грамотность и считаем, что каждый человек для своего финансового благополучия должен уметь распоряжаться своими активами, уметь правильно инвестировать деньги, сберегать деньги. И, конечно, финансово грамотный человек всегда думает не только о финансовом благополучии своем, но и о финансовом благополучии своих детей. Родители часто откладывают деньги на покупку квартиры для своих детей, на обучение для своих детей. Но когда у человека высокая финансовая грамотность, конечно, он думает также и о создании активов для своих детей. Чтобы ваш ребенок, когда достигнет совершеннолетия, мог распорядиться этими активами, открыть свое дело или попробовать разные направления для того, чтобы понять, чем ему действительно хочется в жизни заниматься. И, конечно, формирование таких активов – это совершенно разные инструменты. Кто-то приобретает акции, облигации, кто-то просто копит деньги на банковском счете. Все это имеет право на жизнь, и, конечно, грамотный инвестор всегда составляет инвестиционный портфель. Но я уверен, что такой актив, как инвестиции в проект двигателя Дуйнова, это одно из тех направлений, которое стоит рассмотреть для будущих активов для своего ребенка. И, конечно, если у него в портфеле будет такой актив, то это укрепит его финансовый фундамент и позволит ему увереннее чувствовать себя в жизни. Более того, подобное поведение будут копировать и ваши дети. Если родители ведут себя финансово грамотно, дети всегда повторяют за ними, и они будут вести себя так же. Если вы сегодня будете формировать активы для своего ребенка, и ваш ребенок будет это видеть и понимать, зачем вы это делаете, он будет видеть положительный результат от таких действий, то, конечно, когда он вырастет, он не просто получит эти активы, он поймет, как они формировались, и, скорее всего, продолжит формировать эти активы в будущем, а не просто потратит эти деньги. Понимая все это, мы сделали такую возможность для наших инвесторов. Приобретайте инвестиционные пакеты для своих детей, оплачивайте эти пакеты, формируйте финансовый фундамент для своих будущих поколений и, конечно, подавайте им правильный пример поведения в жизни. Я уверен, что такой актив, как инвестиции в проект двигателя Дуйнова, очень серьезно укрепит финансовый фундамент вашей семьи и ваших будущих поколений. Так что используйте функционал детских пакетов. И если вы со мной согласны, то прямо сейчас, как я уже сказал, действует акция на приобретение подобных пакетов для своих детей. Акция минус один этап. То есть сейчас у нас 18 этап. Вы можете приобрести инвестиционный пакет по этому 18 этапу финансирования, но до конца июня 2023 года вы можете приобрести инвестиционный пакет для своего ребенка на выгодных условиях, на условиях 17 инвестиционного этапа. Так что пользуйтесь этими возможностями, пока они есть, и я уверен, что дети, когда вырастут, за это вас поблагодарят. Большое спасибо и участвуйте в акции!